В нашем зале находятся самые необыкновенные и прекрасные девушки и женщины нашего города. Поддерживаю. Тогда предлагаю поспешить и открыть нашу праздничную программу под названием «Мы дарим вам свои сердца». И мы начинаем! Во Дворце культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. На главной сцене выступил народный самодеятельный коллектив «Ансамбль танца «Конфетти». С прекрасным весенним праздником милых угличанок поздравил глава района Анатолий Курицын. Женщина – это мама. А мама – это самое дорогое на земле. Дорогие, милые наши женщины, наши мамы, я хочу вам сегодня от чистого сердца сказать огромное спасибо за все то, что вы делаете для нас. И то, что сегодня я стою на этой сцене, конечно, я благодарен своей любимой маме. И я хочу, чтобы сегодня есть здесь мужчины в зале, чтобы мы никогда, как мужчины и дети, чтобы на вашем лице никогда не было слез. А если они и были, то это только слезы радости. Я вас еще раз всех от чистого сердца поздравляю с этим прекрасным праздником, потому что праздник весны – это праздник благоухания. И я хочу, чтобы в вашем доме всегда была хорошая, прекрасная погода и светило яркое солнце. С праздником!
игрушки, конфеты. Но маму люблю совсем не за эту. Веселые песни она напевает. Нам скучно вдвоем никогда не бывает. Я ей открываю свои все секреты, но маму люблю я не только за это. Люблю свою маму, скажу я вам прям, ну просто за то, что она моя мама. Мама, словно солнце красное, греет нас своим теплом, и ее улыбка ясная освещает все кругом. А из глаз твоих лучики дарят нам свою любовь, сердце отдает все лучше. Вновь и вновь. Если мама дома, солнце светит ярче. Если мамы нету, плохо одному. Я вам обещаю, вот закончу праздник, я свою мамулю крепко обниму. За что в маленьком придомке и в мальчишке, и в девчонке, где спадысты, гром, взрывчатки, или даже полкило, должен он бежать и прыгать, все хватать ногами, прыгать, а иначе он взорвется, пара-папах, а нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из перелок и теряется повсюду, и находится весь мир. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Ля-л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 я
лично, лишь пригласились вы едва. И переняли в жизни личной характер, примут волшебства. Любовь поистину нетленна, без женских чар печально жить. И мы колено преклоненно ходим в поклоне к вам за спить. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы. Поклон от нас. Примите вы. Поклон от нас. Одной, но общей с кем-то тишины любимых глаз. Сейчас, а не когда-то. Любому сердцу хочется тепла, и ни к чему тут возраст, время и года. Какой бы жизнь холодной ни была, где есть любовь, там теплая погода.